Первый ряд. Набираем цепочку из 70 воздушных петель. Второй ряд. Провязываем одну воздушную петлю и во вторую воздушную петлю провязываем первый столбик без накида. Следующую воздушную петлю, второй столбик без накида. И так по всем воздушным петлям мы провязываем 70 столбиков без накида. Мы провязали 70 столбиков без накида. Провязываем третий ряд. Повернуть полотно, провязать 4 воздушные петли. Пропустить внизу один столбик, первый, и над вторым столбиком провязать столбик с накидом. Одна воздушная петля. Это у нас будет раппорт. Пропустить один столбик внизу, один столбик с накидом и воздушная петля. Этот раппорт мы повторяем всего 5 раз. Первый раз мы провязали. Второй раз пропустить столбик с одним накидом, воздушная петля. Второй раз. Третий раз пропустить столбик с одним накидом, воздушная петля. Четвертый. И пятый. Дальше мы будем провязывать, еще воздушная петля. Дальше мы будем провязывать рекламную линию. Пропускаем внизу один столбик. И в следующий столбик провязываем один столбик с накидом, одна воздушная петля, один столбик с накидом в этот же столбик, одна воздушная петля, и третий раз в этот же столбик провязываем один столбик с накидом и воздушная петля. Эта ракушка из 3 столбиков будет нашей рекламной линией. Дальше пропускаем один столбик, провязываем один столбик с накидом, одну воздушную петлю. Этот раппорт мы повторяем 5 раз. Один раз мы провязали, второй раз пропускаем столбик, следующий столбик, столбик с одним накидом, воздушная петля. Третий раз пропускаем столбик, столбик с одним накидом, воздушная петля. Четвертый. Пропускаем один столбик, столбик с одним накидом, воздушная петля, раппорт 4 раза. И пятый раз пропускаем внизу столбик, столбик с одним накидом, воздушная петля. Дальше провязываем рекламную линию. Пропускаем один столбик внизу, следующий столбик провязываем, столбик с одним накидом, воздушная петля. Сюда же провязываем в этот же столбик второй столбик с одним накидом, воздушная петля. И третий столбик с одним накидом, воздушная петля, провязываем в этот же столбик. Это у нас уже вторая рекламная линия. Дальше мы провязываем раппорт 10 раз. Пропускаем внизу столбик, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля.
второй раз и так далее. Мы повторили раппорт 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше вяжем регланную линию. Пропускаем внизу столбик. Провязываем столбик с одним накидом в воздушную петлю. И еще второй раз столбик с одним накидом в воздушную петлю. И третий раз в этот же столбик. Столбик с одним накидом, воздушную петлю. Дальше повторяем раппорт 5 раз. Пропустили внизу столбик. Столбик с одним накидом, воздушная петля. Пропустили внизу столбик. Столбик с одним накидом, воздушная петля. Третий раз повторяем раппорт. Четвертый, пятый, и дальше провязываем регланную линию. Пропустили столбик внизу, столбик с одним накидом, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, сюда же воздушная петля. И третий столбик с одним накидом, воздушная петля. Это будет наша регланная линия. И завершаем ряд. Повторяем раппорт 6 раз. Пропустить столбик. Столбик с одним накидом, воздушная петля. Второй столбик, воздушная петля. Третий столбик, воздушная петля. Четвертый столбик, воздушная петля. Пятый столбик, воздушная петля. И шестой столбик. Это у нас будут петли полочки. Дальше между регланными линиями петли рукава. Дальше спинка. Столбики рукава и столбики полочки. Разворачиваем полотно и вяжем четвертый ряд. 4 воздушные петли. Пропускаем внизу петлю воздушную. И над столбиком провязываем столбик с одним накидом. И воздушная петля. Это мы будем вязать филейную сетку. То есть над столбиками провязываем столбики с накидом. Вот этот раппорт «Пропустить столбик, столбик с накидом, воздушную петлю» мы повторяем 6 раз. Один раз мы уже провязали, второй раз провязываем столбик с накидом, воздушная петля, третий раз провязываем, четвертый раз и пятый раз. Шестой раз у нас будет провязан над первым столбиком, там, где у нас была регланная линия. То есть всего 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше мы провязываем регланную линию над средним столбиком регланной линии предыдущего ряда. В один столбик мы провязываем столбик с накидом, воздушную петлю. Второй столбик с накидом, сюда же провязываем воздушная петля. И третий столбик с накидом, воздушную петлю провязываем в этот столбик. Дальше мы будем провязывать столбики рукава.
Здесь мы повторяем раппорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. Провязываем столбики над столбиками. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом и так далее. Мы провязали четвертый ряд. Тут мы повторяли раппорт 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз. Дальше регланная линия из трех столбиков. Дальше петли рукава. Мы повторяли раппорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. Регланная линия. Петли спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 раз. Регланная линия. Петли рукава 7 раз. И раппорт повторяли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это петли полочки. Дальше вяжем наше полотно, прибавляя в регланных линиях филейной сеткой. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ряд. И в 10 ряду мы сделали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Повторяли 12 раз наш раппорт. То есть мы связали в этом последнем ряду 4 воздушные петли, потом повторили раппорт 12 раз, регланная линия, для петель рукава мы провязали 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 раз повторили раппорт. Для петель спинки регланная линия и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 раза повторили раппорт, 19 раз и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 раз повторили раппорт. В следующем ряду мы будем провязывать тоже филейной сеткой, но пропускать наши петли рукавов. Вот я отмечаю средний столбик. Регланной линии. И за рукавом тоже средний столбик регланной линии. И с другой стороны средний столбик. И средний столбик. И начинаю вязать следующий ряд. Провязываю 4 воздушные петли и вяжем филейную сетку. Первый столбик, первый раз раппорт. Повторяем второй. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, 12, 13 и 14. Вот мы дошли до регланной линии, в средний столбик регланной линии мы провязали столбик. Дальше мы пропускаем петли рукава
И следующий воздушная петля, и следующий столбик мы провязываем средний столбик рекламной линии. Дальше мы провязываем по петлям спинки и таким же образом пропускаем петли другого рукава. Следующий ряд. Разворачиваем полотно и провязываем 3 воздушные петли подъема. И под арочку из воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. Под следующую арочку мы провязываем 2 столбика с накидом. И под следующую арочку 1 столбик с накидом. Вот эта вот часть у нас будет раппортом. 2 столбика, 1 столбик. Итак, мы этот раппорт повторяем по всему полотну 28 раз. 2 столбика под арочку. 1 столбик под арочку. Мы связали столбики по всему ряду. В конце, когда мы связали 1 столбик под арочку, еще свяжем 1 столбик петли подъема, не забудем. Всего у нас получается 86 столбиков и плюс 3 петли подъема в начале ряда. Если его считаем как столбик, значит 87 столбиков. Дальше мы начинаем вязать юбку. После того, как провязали столбики с накидом, мы провязываем 41 воздушную петлю. 38 воздушных петель нам нужно для рисунка. И 3 воздушные петли будут заменять еще один столбик с накидом. Провязали 41 воздушную петлю. И дальше разворачиваем полотно, то есть вяжем по изнаночной стороне цепочки. Четвертую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Это будет первый столбик с накидом. И еще нам нужно связать 11 столбиков с накидом. То есть всего 12 столбиков с одним накидом плюс 3 петли подъема, которые будут заменять первый столбик. То есть мы будем вязать поперечным вязанием нашу юбку. 13 столбиков с одним накидом, 13 полустолбиков с накидом и 13 столбиков без накида. В каждую воздушную петлю не пропускаем. Внимательно провязываем наши столбики. Дали 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 столбиков. И теперь провязываем полустолбики с накидом. Каждую воздушную петлю. Накид вкалываем крючок, захватываем рабочую нить и, захватывая рабочую нить, провязываем 3 нити на крючке. Третий столбик, четвертый, пятый и так далее. Провязали 13 столбиков с одним накидом, 13 полустолбиков с одним накидом и 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий и дальше по цепочке 13 столбиков без накида.
Мы провязали 39 столбиков, и дальше мы вяжем таким образом. Над первым столбиком ничего не вяжем, над вторым столбиком, во второй столбик мы провязываем глухую петлю, и в следующий столбик мы вводим другую нить, нить другого цвета, чтобы было удобней. Я делаю петлю, подвижную петлю, ну как обычно начинаем вязание, и провязываем глухую петлю ниткой бирюзового цвета. Дальше над первым столбиком ничего не провязываем, над вторым столбиком сначала мы провязываем одну воздушную петлю, и над вторым провязываем столбик с накидом. И дальше по полотну провязываем столбики с накидом. Всего у нас должно быть 39 столбиков с одним накидом. Вязали 39 столбиков с накидом. Не забудьте провязать последний столбик в петли подъема. Разворачиваем полотно, провязываем 3 воздушные петли. В первый столбик не вкалываем, так как у нас 3 петли уже провязаны. Мы вяжем столбик над столбиком. Над вторым столбиком провязываем второй столбик с накидом. Дальше третий. Итак, 13 столбиков с одним накидом. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый столбик с одним накидом. И будем уменьшать высоту столбиков. Провязываем 13 полустолбиков с накидом. Накид вкалываем и провязываем одним движением. Всего должно быть 13 полустолбиков с накидом. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 и 13. И оставшиеся над оставшимися столбиками мы провязываем 13 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.